Участие в конкурсах президентской платформы «Россия – страна возможностей» стало еще доступнее. Информацию обо всех ее проектах теперь можно узнать в мобильном приложении. О его запуске рассказал генеральный директор организации Алексей Комиссаров. Он подвел итоги первых 5 лет работы платформы. Мы создаем будущее России, открывая равные возможности для каждого. Именно так звучит наша миссия. И стараемся делать все, чтобы каждый человек, независимо от того, где он живет, какую профессию выбрал, в какой семье вырос, мог получить возможности для своего развития. Все наши проекты выстроены в такую единую систему, которая предлагает возможности для развития человека на каждом этапе его жизни, от школьников до уже руководителей опытных.